Приветствую на канале Никлайк, и сегодня мы послушаем Лук Манапа «Город». Мне посоветовали его послушать в комментариях, так что давайте послушаем. Не спи, в городе выживай, кто кайфует, а тут и голодай. Ага, кто-то кайфует, а кто-то голодает, ты. Манапа стелит на биты обратно. Это став из Азии, и он прет как надо. Город 312, здесь тяжеловато, и в любой момент тебе могут подсунуть яда. Хмурые взгляды, сломанные судьбы, забытые люди, забитые клубы. У кого какие траблы, жизнь берет за жабры. Нынче не поймешь, где ложь, а где прав. Это прям жесткий фильм, этот клип, рэп. И когда мы на движении, пацан, это опасно. За нами пасет добрый группа, следи за атакой. Мы заряжаем молча, делай громче бас. Дальше прогонять. Здесь мне нравится, как он читает и музыку. Музыка. Ну и как он читает. По трассе пусть это брет в массе. Потерянные массы в поисках своей кассы. Но зарплаты не хватит даже на запасы. Здесь делятся на классы, бедняки и масло. Кому свет зеленый, кому красный. Я превращаю свои будни в хасли. Сумасшедший насры. Пока есть шансы самых низов подняться. Мой город не спит, мой город выживает. Не слушай сказки, тут каждый день меняет маски. Город не спит, мой город выживает. Кто-то кайфует, кто-то голодает. Круто. Классика играет, караван идет, собаки также все лает. Город не спит, мой город выживает. Кто-то кайфует, кто-то голодает. Еду по району, классика играет, караван идет, собаки также все лает. Лают, лают, караван идет, собаки лают. Жесткий клип. Рэп жесткий такой. Круто, круто сделано. Это все его хиты, получается, и клипы, и музыка, произведения, проще сказать. Не круто сделан, круто. Вот это мне понравилось. Прям нормально так. Круто. Слушай, круто, прям и под впечатлением хорошим. Это прям хоть и жестко, но музыка и вот здесь вот все хорошо, прям все сочетается. Даже нечего сказать такого плохого, что не понравилось, что понравилось, все понравилось. Пишите в комментариях, что еще посмотреть. Может, какие-нибудь другие произведения. Каких-нибудь других произведений людей. Вот. Не забывайте про лайки, ну и про подписочки. А пока.